Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. А также прожмите колокольчик о всех уведомлениях, чтобы своевременно получать уведомления о новых выпусках и новых постах, друзья. Сегодня ровно год с того момента, как мы с вами познакомились. Ровно год назад на моем канале вышел выпуск с подарком для Нины Александровны. Я сделал баню, мы с каналом Сансара подарили эту баню Нине Александровне. Кто не видел, переходите, посмотрите. А также хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы на протяжении этого года вместе со мной меня поддерживаете, всяко мотивируете. Мне очень приятно, что мы с вами вместе, друзья. Ну и сегодняшний выпуск будет немного праздничным и нарядным. Что мы будем делать дальше, вы увидите. Кстати, хочу сказать, что этот дом вы уже видели не в одном ролике у меня. Кто не видел, переходите, посмотрите. На этом доме мы переделывали крышу. Что мы будем делать сегодня здесь, вы узнаете чуточку позже. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Ну, друзья, как вы могли догадаться, уже мы вешаем гирлянду. Вот, еще ее называют бахрома. Вот такие интересные висюльки свисают. Всю красоту покажем чуть позже, когда световой день перейдет, грубо говоря, в поздний вечер, когда будет темно, когда стемнеет, тогда вся красота и проявится. Вот, а как мы производим монтаж, ну, вы уже немножечко видели. Вот, используем такие клямеры, они были оцинкованные, блестящие. Вот, купили красочку, покрасили, чтобы наверху они не отблескивали, вот, и их совсем не видно. Вот, крепим на такой клямер. Давайте сейчас более подробно покажу. Вот так обхватываем провода, зажимаем. Вот, а сюда в отверстие крепится саморез. Так что все просто. Может, кому-то понадобится. Друзья, хочу вас познакомить с одной прекрасной девушкой, с моей хорошей знакомой, которой тоже нравится вся эта новогодняя суета и все вот такие красивые плюшки интересные. Вот, помимо всего этого, она еще является очень хорошим стоматологом и ведет очень интересный и информативный блог. Ссылочку я на ее инстаграм оставлю в описании, обязательно переходите. Ведь потому что информация у нее очень полезная и интересная. Переходите, подписывайтесь и передавайте ей привет от меня. Друзья, сама гирлянда получается вот эти висюльки. Она длиной 4 метра. Вот, соединяется посредством вот таких разъемов. Папа-мама. Вот, и она влагостойкая. Там IP у нее сумасшедшая. Можно бросать в воду, и она в воде будет работать. Сейчас покажу, как мы ее соединяем. Также, если вдруг у вас одна 4-метровая часть выгорает, она вот посредством этих соединений просто-напросто меняется. Вот. Тут что-то она мне не втыкается. А вот. А? Специальная направляшка. Да, вот, все. Вот видите, тут уплотнительное кольцо, чтобы контакты в контактах не было влаги.
друзья, вот так со стороны выглядит. Вот такие висюлечки, такая бахрома висит. Вот это у нас сделан только один угол. У нас их получается таких больших три. Плюс задняя сторона у нас длинный большой скат. По горизонту будет, как вот здесь же, висеть. Сейчас в процессе вы все это увидите. И когда это все включится в розетку, подастся питание, будет просто красиво и обалденно. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty, but proud. Now I'm an outlaw. Друзья, как я и говорил ранее в начале выпуска, у нас сегодня год каналу. За этот год на канале было сделано немало, много и положительных, и отрицательные моменты тоже были. Пока я сейчас вешаю гирлянду, предлагаю вам вместе вспомнить, что было сделано на канале положительного. Отрицательно вспоминать, я думаю, не стоит. Поехали. Кто-то там идет, какие-то он. А кто это там? Не знаю, какой-то лысый хрен ходит. Здрасте, дом 25? Точно! Угадали, не ошиблись. Нина Александровна? Точно! Посылка. О, какая посылка? Да вы что? С Германии. Неужто? Да, не могли, на почте не можем хранить, привезли сами сюда. Ничего вам себе сейчас там! Сейчас выгрузим. Куда ставить? Разрыв сердца будет от счастья. Никаких разрывов не принимаем. Нина Александровна, да. Знаете, кто это такой? Это великий человек, который привез мне баню, чтобы я хорошо пахла и вот и благоухала. Дим, привет! У меня не очень хорошие новости. У меня тут дернули велосипед с участка. За день до выпуска со мной связался сосед Погорельцев и предложил подписать договор. Друзья, договор. Договор на оказание помощи. Ух ты, красота какая! Ну, делись. Что такое вообще? Красота. Как впечатление? Все отлично, честно. Не ожидала. Я начинаю сейчас приступать к монтажу своей солнечной электростанции сетевой. Прямо сейчас. Бабушка Нина. Ты и дело о... Не кушающим хрени лысом. Никаких следов. Я дал фантик нет. В фильме с цикла «Следствие вели». Кстати, тренер. Что? Есть хорошие новости. Какие? Это розыгрыш у бани быть. И все это время молчал! Молодцы ребята, они... Настоящие мужчины, настоящие. Они, да, не только, как говорится, болтают, а выполняют на деле все. Вась, ну предлагаю отвлечься. Чуть-чуть. Да, есть небольшой подарок. Ну, даже, наверное, не совсем правильно сказано небольшой. Я считаю, что для тебя он большой. Очень значимый, очень важный. Так, ну что, запускаем печку? Давай. Гирлянду, бахрому мы повесили. Давайте пройдем вокруг дома, посмотрим, как это все смотрится. Пока еще световой день. Особо всей красоты мы не сможем увидеть. Но уже она
смотрится так интересно. Вот, висят такие висюльки, сосульки. Вот, в таком ключе вот так вот все это смотрится. Вот здесь скат длинный. Выглядит вообще красиво. Вот, монтировалось все очень просто, доступно. Обычные клямеры от вагонки использовались для крепежа. Вот, и также, кстати, друзья, прежде чем выбирать гирлянду и монтировать, вот, мы смотрели наш рынок, сколько стоят такие услуги. И вот порядка 100 метров гирлянды стоит в пределах 50 тысяч рублей. Но, естественно, такие деньги никто тратить не стал. Нашли гирлянду на порядок дешевле. Вот, и это, эти 50 тысяч, это даже просто материал, без работы. Вот, а так как я все делаю сам руками, ну, вот я помог своему другу, мы повесили. И вот сейчас мы включим и посмотрим, какая красота у нас получилась. Сейчас даже днем выглядит это и смотрится очень интересно. Такие огонечки. Вот у них даже есть разные режимы горения, моргания и всего остального. Вот, но это, мне кажется, сейчас не так четко будет видно. Ну, нет, в принципе, видно. Вы можете сами все прекрасно видеть. Вот, но ночью это будет, ну, не то, что ночью, а когда солнце, когда световой день закончится в темное время, все это будет выглядеть на порядок красивше и интереснее. Ну что, друзья, вот такой мой первый год на YouTube получился. Да, было всякие, были и взлеты, и негативные истории, были и позитивные. Вот, но я все-таки надеюсь, что следующий год у нас будет еще круче, еще лучше. И, естественно, без вашей поддержки нам будет сложно. Ну а мы от себя будем стараться снимать более качественнее, интереснее. Вот, искать новые истории, стараться больше помогать. Какие-то моменты были не совсем приятные, но оставим это за бортом. Вот, а на этом мой выпуск подошел к концу. Буду с вами прощаться. Хочу от себя пожелать вам всех благ, крыши над головой, тепла вам в доме. Всего самого наилучшего. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.